Всем привет, и снова на связи старички проекта. Ребят, а вы слышали, что в этом году NuKids проходит в необычном режиме, онлайн? Ого! Получается, у ребят будет возможность на самоизоляции заниматься творчеством. А еще они смогут пересматривать крутые видеоуроки от нашей творческой группы. А чья-то квартира превратится в площадку для съемок, как будто ты живешь в телике. А на сайте за ними будет наблюдать вся страна. Представляете? У кого-то появится собственный фан-клуб. Ага, и потом целыми днями будут стоять под окнами с плакатами. Получается, они будут общаться каждый день, находясь при этом за тысячи километров друг от друга. Никого вам это не напоминает? Да, прям как мы с вами. Я так по всем вам соскучился. Наверное, они спросят, а что же дальше? А дальше больше. С моего первого участия в проекте прошло уже 8 лет, но мы до сих пор поддерживаем связь со всеми ребятами. Несмотря на разные часовые пояса, мы каждый день находим возможность увидеть и услышать друг друга. Связь между нами очень крепка. Мы чувствуем друг друга сквозь большие расстояния. А еще мы перестали плакать, прощаясь, потому что знаем, что жизнь нас все равно сведет вместе. В нашей дружной семье мы всегда рады новичкам. Мы вам предлагаем пройти этот путь вместе с нами, поэтому присылайте свои заявки и участвуйте в заочном кастинге. У вас все обязательно получится. И помните, в NuKids сбываются мечты. Мое счастье.